Всем привет, это канал Акон и Настя. Сегодня у нас, как Илья сказал, день дверей. Неделя дверей. Да, сегодня у нас, значит, вот это здание первое. Его только построили буквально, ну сдали, может, пару месяцев назад. Вчера. Вот это инженер, кстати, ходит. Собственно, новые, все новое, но ничего не закрывается. У нас тут две двери, одна противопожарная, другая входная. Ну, как обычно, криво-косо все поставили. Вот. И дверь уже начинает ломаться, то есть ей буквально отродясь неделька, а она уже ломается. Потом мы поедем смотреть рядышком, буквально вот здесь, пешком мы пойдем, за углом здесь у нас идет вкусная точка. Год назад мы там меняли петли, но у них есть собственный человек, который любит шуршать там, где мы должны шуршать. Вот он нашуршал, он, короче, начал и провернул две петли, то есть дверь... Из четырех петель работает только две. Две, короче, провернуты. Но я не знаю, что он там сделал, мне кажется, он там... День дверных мастеров. Алюминиевых, пластиков. Все, идем. Вот. А, ну вот она. Пипец, а что это с ней? Она просто стоит на земле. Ну, решетка, как обычно, выше. Все. На этом все. Петли новые, решетчатые. И порог тоже. Блин, а порог-то что, не прикручен? Они его силиконом замазали, прикинь. Да, он болтается. Дойдет нам проходить сейчас, нет? Зазоров ноль. Потому что он болтается. Он вообще не открывается. Пипец. Да. Камерный пакет. Но она не расклинена просто. Все, сейчас мы ее поднимем. Все будет хорошо. Сняли в первую очередь крышки. Нам сейчас ее чуть-чуть надо поднять выше и диагональю вот этой увести туда. А потом уже будем клинить. Где у нас специальное приспособление поднимательное. Где-то здесь должно быть якобы. Так, это наша рулетка. Самое главное ее не порвать. А у нас их две даже. Первая операция, нам ее надо чуть-чуть приподнять. Мы сейчас ее закрываем. Закрываем. Убираем монтажку. Засунул. Ну, пленка, ну, силикон. Давай еще закроем. Что-то она не поднимается. А, вот, ничего. Вот, гляди, сейчас опустил. Опять опустил. Во, поднялась настолько. Сейчас мы все это подбиваем и закручиваем. Держи так. Интересно. Обнимать-то некуда. Нам прорези уже не дают поднимать. То есть нам было так ее зафиксировать, но петля уже не дает, блин, я не знаю почему. Офигеть.
ее подняли. В принципе-то. Сейчас еще нижнюю поднимем. Так, а манипуляции с подниманием мы произвели, что-то у нас изменилось. Ага, она у нас начала чуть-чуть лучше закрываться. А здесь она задевает. А здесь она задевает друг об друга. Надо эту уводить и эту диагональ уводить. Возможно, нам даже и крутить ее не придется. Ослабляем диагональные петли, сторочные точнее. Жестко крутится как-то. Погоди, погоди, не надо еще. Возможно, не надо будет клинить. Как будто не надо, говорю. Давай рифтовки ищи, чтобы... А? Ну, чтобы нам это, двинуть ее. Толкаем ее сейчас в эту сторону, блядь. Мы ее чуть-чуть увели, рифтовки засунули. Ну-ка, открой. Нет, не заходит. Но у нас выпорвалось немножко геометрии. По зазорам стало ровно. Нам сейчас эта снорка мешает. Ничего не понимаю. Я не понимаю, почему. Почему она все-таки задевает? Так, ладно, глядя условно, этой снорки нет. Мы ее сейчас откроем. Эту створку мы закрываем. Низ задевает. Задевает потому, что порог не прикручен. Люк, встань на порог. Нет, я буду закрывать ее. Задевает. Порог задевает. Так, а сверху что? Получается, вверх нам надо клинить. Давай, расклиним ее сразу. Таскиваем резинки, снимаем штапики. Все, стандартно. Мы его таскивать не будем. Здесь, короче, стояла вот эта вторая рихтовочная подкладка. По сути, нам надо чуть-чуть приподнять вверх самую капельку, чтобы у нас, не дай бог, ничего с пакетом не случилось. Ставим сюда временно крепим штапик. Нет, не так, вот так. Штапик. Вот так вот. Стой. Все, закрепили. Закрепился. Берем рихтовку и берем лопатку. И сюда подкладываем какую-нибудь буквально одну желтую. Положили, как я и сказал, одну желтую. И смотрим, что у нас произошло. Ха! Чудо! Она закрывается. Она закрывается. Офигеть. Чудеса чудесные произошли какие-то. Да. Вот так вот. Так, пока мы ее оставляем, чтобы у нас пакет никуда не уполз. Мы его маленечко вот так вот резиночкой придавливаем. И начинаем работать со второй штульповой створкой. Засунули, у нас почему-то нет подушки, куда-то пропал. Вчера только было. Да. Открутили эти. Там не оставили? Нет, я не где-нибудь знаю. Надо еще толкать. Сейчас, погоди, я тебе помогу толкнуть. Ну, как бы верхний угол вот сюда надо, блядь.
Она же упер. Вроде... А, ну вот это, сам профиль стал нет, ходить. Нет, пусть тебе пакет внутри стал. Я сказал, как будешь делать. Вылазил ты ключ? Какой ключ? Я тебе в карман его положу уже. Я тебе все уже приготовил. Все лежит уже. Я тебе потросил его. Бросил ключ. Что, может это, закрепим порог? Бля, ну здесь надо вообще нахуй, ну, сосать. Ну, это хуя работает, блядь. В этом центре хуя работает. Окна еще вот здесь, блядь, все надо регулировать. Помнишь, мы ездили, слышал? Ты нельзя, слышишь? Приболтать, заболтать, блядь. И все делать здесь, каждое окно. Я говорю, только одно окно, я говорю, не верю, что одно, блядь. Так. Одно окно. Сейчас, погоди. Не могу, снимайся. Не могу. В общем, вот мы ее докуда придвинули. Каким путем? Надули. Надули вот эту штуковину. Она у нас ушла вот до каких сих. То есть мы ее очень сильно поджали. Но потом мы это отрегулируем уже. Нам главное затянуть сейчас это положение крайнее. Затягивай. У нас она уже начала открываться. Больше не бьется. Но нам надо вот эту еще туда вынести таким же макаром. Эту штуку мы закрутили. И теперь, когда нет, не обвели. Все, даже не здесь. Здесь у нас все закрывается. У нас вот здесь вот щель. Надо вот эту створку открыть. Нет, и вниз ее, вниз. Только этого мало. Две зеленых. Что делаешь? Не надо такие маленькие, просто две штуки засунь их и все. Я смотрю, чтобы у меня ребра были. Да это пофиг. На самом деле. Давай. Ниже. Где, петля, толстая, где сама петля? Очень. Да где сама петля, да. Оп, сдвинулась. Сейчас мы это закроем, погоди. А тут мы уже закрыть не сможем, потому что она мешает. Ну-ка, еще у нас зазор. Зазорчик у нас выровнялся. Все, закручиваем. Зачем покручивать? Да, я думал, будет намного все проще с этой штукой. Да. Оказалось, она, оказывается, не одна, а две. Две, да. Интересно, цены-то у нас согласованы? Работа-то другая. Да. Что ты думаешь? Так у тебя все смеялось. Ну что? Она... Зорка остался. Нет, Саша. Ничего не осталось, у тебя все ушло, гляди. Опять щель. Давай заново. Миша, давай все по новой. Давай по новой, Миша, все хуйня. Все затянуто, едьте, твою мать. Сдвинули низ, и у нас теперь зазорчик ровненький стал. Без... Ну, нет такой щели сверху. Не знаю, мне кажется, сборка какая-то кривая. И дверь еще в составе в какой-то другой конструкции. Это что такое? А, сушка, они обрезали. Это просто обрезанные. Это начальник обрезанный. Санек, я такой мудила, блядь. Что ты на мудила? Мудила я. Какая? Смотри, я что сделал. Я дебил, блядь. А зачем ты сюда стукал-то? Что, все? Для чего? Как для чего? Того, чтобы вот не, вот этой отвертки не надо, ты сейчас ломаешь. Усики? Да. А ты стукнул что? Да. Ну, прежде чем затянуть, типа, маленько. Все. Бля, вот такой мягкий. Гляди, какой зазор. А какой зазор снизу? Помните, что было, да? Она стояла просто на плитке вот здесь вот. Помните такой зазор? Помните, да? Помните, вот что было. Скмаги мы, маги, мастера. Но теперь у нас нет отверстия под шпингалет. Так как мы все это поменяли, нам сейчас новое отверстие. И нам все-таки надо, я думаю... Бухтит. В общем, что мы сделали? Мы перекрутили по-нормальному, чтобы она не болталась. И скрыто как бы поставили ее, чтобы она поджималась. Все. Перекрутили здесь отверстие, чтобы тоже все поджималось. И не могу я оставить этот порог в таком виде. Мы сейчас его прибурим.
так, блядь. Ну что, я им все объяснил, что тут. Все, ладно. Потом выключу. Все. Закрываем. Надо крышки ставить. Ставим крышки. Убираем обратно все, ставим крышки. Закрепили доводчик, закрепили порог. Смотрим. Первое. Все, дверь у нас закрылась. Выше ее уже не поднять, потому что уже герконы. Порог закрепили. В принципе, все. Знаешь, что надо сделать? Надо это, рихтануть. Что-то туда подсунуть. Такую плоскую хуйню. Понял? Такую. Ну, типа вот такой может. Как вот тут можно отрихтовать? Не знаю. Может этим, либо отверткой, либо стамеской. Либо вот эту решетку давай поднимем. И получится у нас тогда клейки нужны, вон они. Все, дверь победили мы. Все отлично. Все работает. Зазор, сами видите. Все как по классике у нас. Маленько поправили эти вмятинки. Идем в следующую дверь смотреть, противопожарную. Ну и здесь тоже замочек. Как надо. О, какой зазор. Все, теперь можно работать. Тут же у нас дверь такая противопожарная. Она почему-то не хочет закрываться, мы сломали. Тут штука, она упирается. А еще она упирается вот здесь. Не проходит. Сейчас снимем петли 3D. 3D петли. Давай откручиваем их. И будем их крутить. Срамы. Так, у меня, чтобы соблазна не было, опять умнички, да. Наверное, уйдут. Да, да. Чтобы не подглядывать за работу. Давайте, да. Я держу ее. Давай откручиваем. Давай. Что там, головками? Да, да. Ну, можно и крест. Можно и крест. Приступаем к делу. Вот так вот они отщелкиваются, эти крышки. Да, нам придется стекло, походу, снимать. Вытаскивать? Да, мы вообще сможем его снять. Там должен быть фиксатор, который держит штапик, чтобы он не развалился при пожаре. Ой, пузыри уже пошли. Это что такое? Так. Так. Ладно, то пока не надо. Давай резину вытащим. Пока не надо, то в этом. А тут вообще резина? Толстый. Чуть-чуть не. Может, мы надо. Вот с этим что делать? Интересно. С этой щеткой. Как нам ее обратно приделать? Я не знаю. Реально, штапик никаких здесь специальных штук нету. Но пакет реально гелевый. У него пузырь уже тоже пошли. Не догелили. Белая рихтовка. Вот это здесь зачем надо? Непонятно. В общем, нам сейчас надо его поднять. В высоту. Здесь место есть у нас. Палец у меня туда лезет. Сейчас нам сейчас поднимаем вверх. Главное его не расколотить. А то он, наверное, очень-очень-очень дорогой. Сейчас у меня гнется лопатка. Давай другую лопатку деревянную. Сюда, когда такие манипуляции проводим, маленькие штапики, ставим с боковушку без резинки, то есть, чтобы у нас, не дай бог, пакет не покатился никуда. Доставай все. Угу, поднимается. Тебе надо что бы туда положить. Чего бы? Нет, Лёха, что ты делаешь? Там рихтовки нужны, которых у нас нет почему-то. Здесь вот решили посверлить и ее притянуть. Главное не перетянуть. Да, вот так вот сейчас сверлим. Ну а теперь 35-й саморез надо найти. Маленький пенал надо. Вот он здесь. Мы загнали сюда саморез и теперь держится. Посмотрите, что у нас по раскрытке получилось.
часа. Сейчас вам только диагональ увести вот этот угол. И все. Прикол. То, что все работает. Конечно. Надо еще наверх положить рихтовочку. Потому что, а что у нас сверху-то получается по зазору? Немножко. А может и не надо. Здесь он геркон, потому что будет мешать. Беленькую штуку. Беленькую. Положим, и все. Сюда. Да, это, оказывается, фитнес-зал. Фитнес, там ходят спортсмены. Перекрутил, пришлось геркон перекрутить. Все, нам сейчас надо эту диагональ вести, и, по сути, все, мы зато... Так. Ну, давай ключ какой-то толстый. Сюда что, шестерку надо? А это что такое? Чего тут дают? Регулировка, интересно. Не знаешь? Больше не знаю, закручивается. Да? А диагональ что крутит тогда? Что это? Диагональ. Диагональ значит нижний. Фрау. Ничего не понимаю. Там внутри еще шестигранник, вспомнил. Давай четверку, наверное. Это поднимает, а внутри еще один. Еще один шестигранник. Да? Фонарь включи. Ну это просто говнище, а не петли. Просто они все вот. Одна сюда, другая сюда, третья туда. Не знаю, как крутить диагональ-то. А, блин, вот же она. Вот диагональ. Да. Да, только она все. Вот она. А что, там тройка, что ли? Нет, там только. А, заберем тут ключ. Не вставляется ничего. О, пошло дело. Она уходит. Ну, короче, прикол то, что вес. Ну, я не знаю. Ой, ты его сломаешь сейчас. Да, я выдавил. Капец, ты что сделал? Что, ты погнул стекло? Слышишь? Да. Оно же мягкое, да? Оно очень мягкое, но гелевое. Ты его... Стой, погоди. Ты его зачем туда высадишь? Вот какой негодяй. Надавили на стекло, и рихтовки попали в грань. Сейчас нам не вставить обратно. Надо сейчас их вытаскивать все. Вставили обратно. Все. На ровном месте. Самое главное, мы разобрались, как крутить диагональ. В общем, диагональ крутится тройкой. Сейчас вот мы уже закрутили кое-что. О, она у нас уже проходит, видно, да? Но, конечно, провернуть 100 килограмм веса этого стеклого пакета вот этим шестигранником. Чё, я их больше не буду трогать. Да. Какой-то неживой. Все, этот, шлицы провернулись. Вес очень гигантский. Самое главное, сейчас надо вот эти шпоночки закрутить. Потому что... Ручку еще сделаем. А как ты сделаешь ее? Закрутить надо? Брать и, да, и закрутить. Вот эти штуки, они держат... Ой, они тоже прокрутились. Все. Они прокручиваются, блядь, что за... Пипец просто. Люха ручку еще решил починить. Одноразовые. Сейчас мы сорвали эти шлицы. Вот это нормально, кстати. Сыромятин, так называемый. Все, здесь зазор ровный. Здесь, мы сейчас не открываем. Что там? Винт открутился. Ничего, получилось? Ну, маленько, да. Может, отвертку? Да, отвертку, да. Ставим штапики назад. Точнее, мы их поставили уже. Резинку ставим назад. Специальный инструмент у нас здесь лежит, чтобы удобнее резинки было ставить. Че? Че-то типа. Ну, все. Она туда еще проваливается все. Изи.
резинка. Как правильно резинку ставить? Сначала поставил, допустим, длинную резинку. Она длиннее должна быть, чем надо. Как нам поставить ее? Ставим один угол, зажимаем. Не, это неправильно. Ну, частями. Частями. Видите, она у нас настолько длиннее. Это не значит, что ее надо отрезать. Значит, надо ее поставить в угол. Делением отрезку пополам. То есть вот такие штучки у нас остаются. Мы пополам. И получается мы ее... Все, лишние там эти 5 сантиметров. Тем не менее, она у нас встает, и мы ее не подрезаем. Потому что если мы подрежем, она потом уже будет коротковаша. Или коротконаша. Погнали. Здесь вот она уже короткая. Видно, да? Мне тоже. Что, надо растянуть? Мелкая моторика. Надо было хоть спросить у мужика телефон, но это инженер. Да? Нормально, мужик, да? Секреты ваши ведь не буду раскрывать. Я говорю, ваши секреты я не буду сказать, пойду. Кто делал? БСК ГОСТ называется. Пожалуйста. Вот они выбирают такие петли, что монтировать невозможно их. Ну все, хватит, давай. Посмотрим, что получилось. Мы ее закрываем. Что было, помните, да? Что было? Ай, красота. Она сама закрывается. Кстати, доводчик сваливает защелкой. Вниз. Вот куда ты пошел, Илюх? Мы еще не все. Еще доводчик надо ставить. Доводчик-то мы еще не поставили. Скакал в камушек. Ставим доводчик и звоним заказчику. С волосом прям. С женским, да? Ну, как за место пакли. За место фума ленты? Да. Если протечет, то... Ой, давай попробуем. О, красота. Так, что в этом здании еще окошко? Ну, заблокировалось. Это Джесси. Старые. 4 квадратика. Штифт. Закручен с помощью шайника и ручка не поворачивается и не заворачивается. Надо сейчас вытащить стеклопакет и попытаться ее вскрыть. Давай там, что там, ножик острый, железный. Снимем стеклопакет, снимем заднюю петлю верхнюю, пытаемся ее вскрыть. Я вообще держал его, Саша, ничего не толстого. Как ты его прихватишь? Не знаю. Плюс? Не знаю. Лишняя вода. Земля. Иллюминатор. Так, шестигранник давай. Выкрутим сейчас петлю. Резинку ставим назад. Тут герметиком замазали. Примыкание. 30 таких. Вытащили штифт верхний. Ну а тут ножницы, и похоже сзади тоже в прижим есть. Сейчас будем как-то его отжимать. Что-то на Сбербанк похоже, да? Угу. Ситуация. Так, давай еще что-нибудь на местке или на отвертку. Вот. Чего там зажало? Чего? Я нажал на кнопку. Значит, мы сейчас нажали на отвертку, да? Илюх. Нет. Нажимай, поворачивай ручку. Все. Снимаем створку. Thank you.
снять ручку и убрать вот эту. Просто расклините. Ну, вот какая-то проблема. Сейчас надо открутить ручку, надо четверку шестигранника и открутить и убрать вот эту херню. На всякий случай размер стеклопакета. Блин, хитрый стеклопакет. Ну, собственно, все. Шторку мы вскрыли. Проблема была, как обычно, в блокираторе. Сейчас ручку снимаем и его ломаем. Убираем срамы. Дмитрий, кто-то из вас? Это менеджер наш. Менеджер ваш, да? Слава богу. Все, давай, вылам. Хорошо. Да не, я вот, коллеги. Тужинку. Окна там были, ой, двери были посевшие, фитнесы аплодировали, да? Да, там вообще не. Ну, они... Там порог не... Там... Ну, они, в общем, не отрегулированными петлями были, не расклиненные стеклопакетом были. Да, то есть они... У меня была мысль, что... Порог не закреплен, он бугром, мы его закрепили. Пуститика вот эти, ну, там... Бедла. Ну, одну, потом как бы... вытекающие, как говорится. Я говорю, пружинку, что ты делаешь? Пружинку, я говорю, сломай отсюда. И что? И все. Выкрути. Так, на будущее. Блокиратор мы убрали. Ручка при этом также работает. Отсюда тоже убрали эту херню. Штифт. Вставляем обратно. Дальше ты четверку. Четверку. А это что? Это тройка. Ну ты крутил ручку. Ты можешь выкрутить? Вот отсюда. Да, я потому что надо прижимать. А там у нас офис. Он где-то свободной линии опора. Это далеко. Че? Че? Скручивается все. Все. Смотрим, что открывается. Че, оно не открывается? Блин, надо какой-то этот. Надо опускать ее ниже. Собственно, все. Мы перекрутили, пришлось западную опускать ниже. У нас уже работает. Откидывается. Открывается. Стеклим. Толстый пакет. Какой-то, я не знаю. 44-й, что ли. Все. Работает. Все собрали, все починили, вскрыли. Все из-за этой штучки. Вышли мы из этого дома, перешли в этот дом. Идем смотреть петли. Наши любимые петельки. Собственно, вот они. Болты не держат. Какие-то тут винты он закручивал. Нижняя петля еще. О, ё-моё. Пьес он. Да, жесть. Джесси, Джесси. Что, надо приезжать опять? Менять. Тут Джесси. Охуеть, я сел, ебать. Что, надо менять. А эти вообще просто на двух, на этих, да, двух верхних держится? Вот на этих двух, да. А, ну да. Хотим, короче, вытащить стеклопакет, положить туда закладную и закрутить. Потому что эти толстые жирные саморезы не держат у нас. Потому что с петлями такими проблемы сейчас, мы их не найдем уже. Но так будет нормально. Ну вот так решили сохранить эти петли, попробовать складные поставить. Он говорит, почему, говорит, такие у нас двери, почему? Я говорю, у вас триплекс двойной стоит, там под сотку весит, под сотку весит стеклопакет. И петли вот эти, как вот мы сейчас делали тоже, знаете, на шестигранники троечки. Вот и все. Ничего не держит, они перекошены. Надо их его выравнивать. Получается, ты поднимаешь ось, и она на излом идет. Бред, конечно.